Опа! Тихо, тихо. Минус отряд. Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, и с вами, как всегда, Алекс и ДМЗ, четвертый сезон, и Алекс-боец, в принципе, тоже с вами. Вот, видите, в прошлый раз это задание засчиталось, эвакуируйтесь из того же боя, не подбирая никакое оружие. Сейчас не засчиталось. Значит, что мы делаем? Убираем все оружие, берем термитик, берем ящик, ну так, на всякий случай, пропуск цитадели мы прячем. И ключ от чемоданчика в ресторане, я его нашел, тоже прячем. Потом идем сюда и идем в улучшение. Улучшение, мне можно разблокировать кошелек, будет довольно-таки скоро. А также я хочу разблокировать вторую ячейку. Так, ускорение восстановления. Так, и первое, достигните уровня, я еще туда не дошел. Вот, мне надо вынести 3 аптечки, найденные в больницах именно. Наборы неотложной помощи или санитарные сумки. Одну штуку вынести. И я разблокирую вторую застрахованную ячейку для оружия. Это, в принципе, хорошо. Можно и третью. Но нужно здесь видеокарты 5 штук. Слитки золота 10. Черепа я где-то сделал уже. Уничтожить противников оружием вражеских исполнителей. Вот. Такое вот представление. Ну, попытаемся сегодня разблокировать вторую ячейку. Мне надо найти аптечки в больницах. А для начала пойдем все-таки закроем этот, эвакуируйтесь из того же боя, не подбирая никакого оружия. Поэтому выключаем отряд и идем. Куда мы идем? Слушай, а куда пойти так? Давай на Ашку попробуем сходить. Вот, там и ловец мне надо будет по квесту с арбалета. То есть надо и арбалет собрать. И аптечки поискать еще. Да я даже не знаю, на Ашке есть больница с аптечками разве? Ну что ж, добро пожаловать на любимую Ашку. Теперь мне надо здесь бегать. Как крысюк просто. Просто как крысюк. В общем, бежать на эвакуацию я без оружия. Вот, и эвакуироваться тоже, не подбирая, кстати, никакого оружия. Вот, так как мы делали Zero to Hero, только не убивать противников. Вот, а не подбирать оружие. Кстати, ключ от холодильника я находил. Вот, там вот поднимемся, допустим, и пойдем попробуем. Попробуем эвакуироваться, если здесь нет, конечно, других исполнителей. Потому что если есть другие исполнители, эвакуация будет совершенно недоступна мне. Меня просто сбреют, потому что я без оружия, как бы. Разведка нашла в вашем районе оружие. Я вызвал отсюда, через скалу прямо. Эвакуационный вертолет. Теперь мне надо дождаться его. Удаление 2 километра. Стоит поторопиться. Поторопимся, ну а что делать? Если исполнителей тут нету вражеских. А еще через скалу плохо прыгает. 5 секунд. А я думаю, если мы улетим, это будет простой квест. Ну что, засчитало? Не подбирая никакого оружия. Вообще не подбирал. Нет оружия у меня. Но термит же не оружие, правильно? Оружейный ящик не оружие. Мы эвакуировались с Сашей. Так, ну, наконец-то, в принципе, вот, я этот квест, просто он меня уже, оружие не нужно, где оно? Вот, завершили мы его, завершили. Дилемма исследователя мы в прошлом видео сделали. Найдите, так, альфа-крузер комплекса Кощей, эвакуируйте документы, доставьте документы спецназа во фланге. Так, это мы тут, чего, хранилище заполнено? А, оружие, подожди, оружие мы теперь можем взять. Нам надо, во-первых, пойти на Ашику, посмотреть, возможно ли это с арбалета сделать. Вот, изменить нажимаем. Где арбалет? Ближний бой. Нет, установки. Нет, так, тут где пистолеты тоже, пехотные. Где-то он тут был. Арбалет. Так, и у нас есть вот такой вот и вот такой вот. Ну, давай такой возьмем, с таким я еще не бегал. Вот, выберем арбалет, а на второй слот что-нибудь... Даже не знаю. Возможно, ну, снайперку брать уже к арбалету, это уже перебор. ПСВД вот напрашивается, да, он никакой.
ну давай тогда ПСВД и возьмем ПСВД, вот. Возьмем ПСВД и отправимся на Ашику. Так, а теперь у нас, что у нас здесь, последний квест? Так, найдите документы спецназа в блоке Альфа-кластер комплекса Кощей. Так, доставьте документы спецназа в тайник фаланги возле университета в районе, где? В районе Вонзел, да. Вот это тоже, да ёлы-палы, мне придется оружие какое-то уничтожить, вот. Надо расширить просто свои границы, снайперки, я с ними не сильно играю, Виктус хорошая, но у меня есть вот такая вот Виктус, поэтому давай это уничтожим и посмотрим. Василиск, я думаю, мне больше не понадобится тоже. Вот, Василиск не понадобится, потому что вот этот квест ты не можешь брать, когда у тебя полно, это, конечно... Вот, так, делаем и этот квест. Но сначала давай сходим на Ашику и попробуем убить ловца из арбалета. Я точно не представляю, как это должно выглядеть, но попробовать стоит. Подожди, отряд включим. Вот, пойдем на Ашику убивать ловца из арбалета, ну а что делать? Ой, добро пожаловать на Ашику снова, в DMZ, да, вот. В принципе, я вот так решил, что как раз пробую туда пробраться. Ребята сразу лутаются, а чё, а, ну кому-то броня надо, да. Берем ПСВД, а это не берем. ПСВД у нас с прицелом даже. Ну, в принципе, если что, можно и с арбалета. Кстати, как он стреляет, я то не проверял даже. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо, друг. А, он со взрывчаткой. Нифига себе. Бах, и непонятно. А, это тайник тоже. Ёлы-палы, тут тайников, мне кажется, все больше и больше стало. Ладно, не будем портить эту херню. Возможно, мне машинку надо будет убивать. Да? Да ладно. Опа, ключик. Ну, сюда в основном ходят только все за ящиками. Вот, интересно, где машинка здесь? Ловец близко. А может он выйдет вообще? Ловец, может выйдет? Я его буду с арбалета отчитать. Что-то так тихо и машинки не вижу. Обнаружение. Кто-то меня обнаружил. Так, а ну давай посмотрим по БПЛА. А кто меня обнаружил? Нихера себе. Опа, это не ловец? Прямо в таблоем. В принципе, ящик с оружием-то есть. Лок вот тут лежит, всякое, а? Ненужная. О, броня. Броня кому-то нужна была? И подсумок для брони. Так, а где машинка эта? Она всегда ездила. Там ловец сидит. А вот она. Да не так резко.
Тут камеры стоят, вот кто меня обнаружит. А, не, и челики там есть. Челик есть какой-то, да, сверху. Блин, да отпусти ты херню эту. Как она меня через стену видит? Тихо, тихо. Уничтожен. Да, я понял. Да, я понял, что противник. Тут одного уничтожен. Они там кем-то заняты, серьезно, смотри. Опа! Эй, ёб твою налево. У него саморез был. А мне звук вот этот вот справа отвлекает очень. Прямо на... Куда ты бежишь? Еще одного нокнул. Минус отряд. А, подожди, там может... Не-не-не. Не вздумай. Так, ключи. Ключи возьмем. А я не знаю, где второй моего отряда. Ну что, поднимем этих, что ли? Ух ты, бля. Еще один пришел. Охереть. Охереть. А давай к ним тогда в компанию. Потому что этот вообще хер знает где. О, спасибо. Еще один был, прикинь. А че у меня патронов нет? Не, я тогда вашего подлутаю. Вот. Вот, и снайперку сюда положу. Все. Еще кто-то. Так, но мне машинку надо. Да ёлы-балы то, ёб твою налево. У меня было столько саморезов. Да, там еще кто-то. Броню никак вставить не могу. Здорово. Блять, да чё ж тут такое-то, а? Я понимаю. Опа! Простите. Простите, извините. Да иду я. Блять, нет, не иду. Я ранен. Это кто? Это бот уже, да? Блять. Короче. Мне надо у этого посмотреть саморез, противогаз мой. Вот. Попробую резнуть его. О, офигеть. Просто офигеть. Каточка начинается то, а? Сколько здесь отрядов?
Непонятно. Это мой, моя добыча. Вы вообще никого не убили. Пластиночки мне. Боты. Бля, еще один вышел. Но это жесть. Офигеть, просто офигеть. Арбалет, где мой? Это мой арбалет. Пластинки мои, где? Саморез. Ящик с патронами. Ящик с боеприпасами. Вот. Где моя броня? Где? Я вот эту броню возьму. А где моя броня? Кассетная мина. Возьму. Бронежилет. Скрытность какая-то. Да, скрытность лучше, конечно. Но, ребята, я... Машинка уже готова, да? Взлом. Давай взлом сделаем. Где моя третья броня? Я не понял. Кто-то взял? И еще один есть. Я вижу прям. Мешок побольше возьму. Здрасте, ребят. Убейте его, пожалуйста. Блин, да чё за жесть такая? Сколько тут отрядов вообще у меня? Возьму-ка я еще один саморезик, а? Арбалет имба это. Я не знаю, что я с ним раньше не играл. Но перезарядка долгая, да. Блин, а можно, можно не зажимать меня, а? Лашечку возьму. Мне надо убить его, блин. Мне надо убить его, как им сказать, блядь. Нет, ловец, ловец. Ой, уйди отсюда. У кого броня третья моя, а? Я вас всех поднимал. Наверное, не получилось, потому что они... да, ловца. А, не, убейте ловца, я убил его. Все-таки я убил его. Отлично. Отлично. Так, ладно, один саморез дам. Кому-то надо? Ладно, пошли нахер, короче, тогда. Выходим так же, как и приходили. Вот сюда и мы приходили. А вы куда и хотите? А, вы все облутать хотите? Ну да. Давай. Давай вперед, я посмотрю. Так, ловца сделал. Все, в принципе, можно и отписать, потому что Zero to Hero будет получаться максимально всрато. Пропуск цитадели. Возьму, иногда надо, понадобится. Тут херня какая-то только. Блядь. Я думал, я из-за него нокнулся. Вот, вот ребята такие, да? Это те, которые в комментариях пишут, Алекс. Да мы крутые. Где-то ящик был. Вот, пока не нужен. На 6 часов, тебе же сказали. Блин, я промазал. Где?
Какого хера? Ладно, беги. Я ящик прикрывать буду. Здесь за нами пасут, по-любому я еще видел челиков. Вот, но я не знаю, сколько команд я положил здесь. Честно тебе говорю. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Мне бы пистолет зарядить. Ультра-1, сейф открыт. Забирайте из него все. Я не знаю, сколько команд, но очень много, прям. Вон, сейчас приземлится на них. Так, отлично, где у нас выход? Мы, в принципе, все сделали. Вот выход. Эти здесь сидят еще, лол. А что вы делаете? Я вас прикрываю с ящиком. Мне он не нужен. Что будет сделано? Так, подняться, я знаю, там челики были. Пасут они, не пасут. Вообще никого не вижу. Мне кажется, они обиделись и ушли. Они обиделись и ушли просто. Ну, а что я сделаю? Моя команда не ходит со мной. Пошли, мне контент снимать надо. Опа, дрончик полетел. А, наш дрон. Понял. О, этого я так смогу. Опа, попал. Нихера себе. Вот там угрозы надо смотреть, кстати. Там по-любому нас спасти будут. Но мне кажется, они зассали. Мне кажется, они зассали. Просто зассали. Сражаться со мной. Но мне надо был ловец, поэтому я же говорил, я скилл не буду показывать, потому что некоторых ребят это типа обижает. Знаешь, они типа так не могут. Вот, как-то стрелять, красиво вести себя, еще что-то. Вот, они в комментариях: о, не, ну что там? Ребята, не шумите. Знаете как, ящик любит тишину. Все, уходим. Ловца я сделал. С арбалета. Вот тот ловец был с ящиком. Последний, кстати. Я думал, они его сейчас убьют и все. Гранатой. Блин, мне этот арбалет нравится. Я не помню, когда я его получил. Честно тебе говорю. Я не помню. И тишина такая. Да, ребята пошли на выход. Одного я видел, но сколько переложил здесь, непонятно. Но арбалет имбовейшая вещь. Просто имбовейшая вещь. Броню снимает, гранатку потом. Слушай, я даже не знаю. В нее, с ним можно в рейтинге каком-то играть. Попробовать. Потому что в рейтинге я играю соло против троек. Ну, в ранкете это. Именно соло против троек. Ты кто? Ты бот, понял? Офигеть, и стреляет далеко. Все, ящик сделали. Но мне самое главное — это ловец. Все, убейте ловца из арбалета. Я убил его. Блин, я очень переживал, что сейчас они его начнут убивать из этого. Это жесть. Просто из арбалета надо. Вот и все. Это безумный квест. Вот тут кто-то радуется, смотри. Чё ты радуешься? Ты откис первый, по-моему. А вот этот второй откис. По-моему, этот два раза откисал. Кто из них? Этот нет. Вот тут, наверное, два раза. Это эти по разу откисали. Ну ничего, ничего страшного. Все, все, значит, сделали. Зачем приходил, затем и сделал. В принципе, исполнители мне вообще не надо были. Так, фига себе, я арбалет прокачал с первого уровня сразу по восьмой. Нормально. Так, и здесь у нас есть... Я что-то выполняю? Да, я что-то выполняю. А, так, с символиком нет, все не, без разницы, мне главное, 62% пропуск. Вот, убейте ловца! Мы сделали это, ребята. А мы это сделали. Так, убейте ловца, где это, что это за квест? Двойной прицел. Двойной прицел мы сделали. Все, у нас теперь осталось, в принципе, два квеста.
Это, значит, разоблачение спецназа и значительные находки. GPS-трекеры из тайника в ТОВ-центр. И, блин, а чё ж я ж был на подводную лодку в Хаффетпорт. Или, подожди, или ТОВ-центр это на Аль-Мазре. Я хочу сделать, знаешь, что, улучшение сделать обязательно. Вот, оружейный шкаф. Я уже могу, как бы, да, но мне надо найденные в больницах. Больницы я знаю только на Аль-Мазре больше всего. Вот, но одну точно знаю, где там больницы, вот, поэтому пошли туда. Добро пожаловать в Аль-Мазр. И здесь у меня есть аптечки. Вот сюда мне надо. Возле заправки там. Там есть у меня то, что мне надо. И, блин, третья бронька вообще, наверное, кто-то ее с собой просто занес, потому что почти все с третьей были. Вот, просто кто-то с собой носил. Так, ладно, вот нахер. Нахер пошел. Ребята сразу убежали куда-то на вышку БПЛА и очень быстро. Ладно. А, вон вертушечка полетела. Может, по квесту где облететь надо? Я слышу выстрелы. О, здесь челики есть. Мне они не нужны. Вон там челик, скорее всего, бегает. Да. Это не для арбалета дистанция. Так, а мне вот сюда вот спуститься. Чё, по мне? Нихера себе. Бот из пистолетов. Так, здесь возьмем ППшку, наверное. Стекло разбито, значит, подлутали. Так, стимулятор. Защита от радиации. Стимулятор, бинт. Аптечка 2. Зубная паста не надо вроде было. Так, бинт. Бинт надо. Так, набор неотложной помощи. Тоже заберем. Бинт еще один заберем. Вот нельзя посмотреть, плохо же. Плохо, что нельзя посмотреть. Вроде как кто-то ходил. Еще защита от радиации. Но не, защита от радиации мне не надо. Мне там что-то неотложная помощь надо было. Вот аптечки нужны были. Противогаз, защита от радиации. Нет. Зубная паста тоже мне не нужна. Вопрос, кто ходил здесь? Короче, что у меня здесь? Аптечка, бинты, аптечка. Набор неотложной помощи, еще аптечка. В принципе, я полный, надо быстренько на выход пойти. А вот выход. А здесь... Да, выход не очень. Выход не очень. Ну, близко, по крайней мере. Попробуем на выход съездить, да? 300 метров, возможно, на объехать как-то, не? Культурно это дело. В районе все тихо. Может, отсюда ушли уже, ребят? Мне просто эвакуироваться с этим добром желательно. Грузовик вообще не... Он прыгает на дороге. Он не едет. Да иди ты нахер, ботинок ты сраный. Что-то в последнее время боты все начинают прыгать. Тоже бот ходит. Ну, в принципе, это хорошее это. Тоже боты ходят. Я даже не видел, куда я попал. Фюрасия. Вроде спокойно. Но это не точно. Блин, они так вот так садится вертолет. Я опять в соло, значит, да? Ну, с рандомами не складываются. Они просто идут сразу, погибают. И давайте посмотрим, наконец, сколько чего вынести надо. Ну, рюкзак полный, вот. Полный аптечек всякой херни. Итак, значит, что мы? Задание сделали, все вынесли. И у нас вторая ячейка появилась, да. Вторая ячейка у нас есть. Теперь заберите GPS-трекеры. Я посмотрел карту, и Аль-Шарим, это же Аль-Мазр. А ТОВ-центр это у нас получается Ашика как раз. Вот.
И поэтому установите трекер на подводную лодку в Хаффетпорт и Ашика. То есть его можно и туда сходить, и там установить. Вот, это довольно неплохо будет. А также активировать вышку БПЛА на Вонделе надо. Это довольно неплохие квесты, поэтому пошли вот так, как есть. Сходим на Ашику еще раз, получается. И сделаем этот самый квест. Добро пожаловать в DMZ. Так, мне надо квесты. Так, поэтому откроем карту. И, по-моему, мусорный бак где-то здесь находится. Вот, на желтой меточке. На желтой меточке. И как обойти? Никак обойти, что ли? Через всю карту пойду сейчас. Ультра-1, в тайнике неподалеку вас ждет предмет. Возьмите. Ну да, вот он тайник. Вот он, беру этот предмет. Беру ящик. И теперь мне надо в подводную лодку. Так, а подводная лодка у меня вот здесь стоит, походу, да? В пещере этой. Вот, я нашел ее. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Вот и бегают, как бешеные. Че, не убило? Убило. Вот она. Поставил, все. Броня где-то есть? Боты, куда вы бежите? Меня здесь нет. Короче, ну вас нахер, ребят. Можно я здесь полежу? Бля, а можно меня не стрелять? Я на эвакуации уже. Так, они трофеи захватывают. Я, конечно, все понимаю, но давай, взлетай уже. Бота у нас помнилась, как всегда. Так, подводную лодку сделали. Итак, добро пожаловать. Я посмотрел, второй слот работает. Смотри. Пошел, откис, второй слот работает. Саморезик есть. Мне надо теперь... Машина, которой здесь вообще нет. Ёлы-палы, может сразу откиснуть. У меня что-то... Что-то эта херня не нравится. Мистер Дак куда-то смотрел, непонятно на кого. Боты бегают. Не хочу брать джип. Боты под землю проваливаются на глазах просто. А джип я тебе, может, может, и не вставлю. Может, я удалил это говно. Я просто поехал в начало катки. Он потом стал электрическим. Я вообще звука не слышал. А потом провалился, короче, и меня выкинул. Просто под землю. Просто. Вот просто вот сюда. Вот под землю. Вот как такое? Вот что это? О, в другой отряд ушел, понял. Рычит еще что-то там. Блин, я с кулаками... А, это не с кулаками. Тайник, да я знаю... Знаю, что тайник. Еще фура приехала. И я ее на карте не вижу. А как так? А парашют мой, я ее на карте не вижу, лол. Ультра-1, внимание, наш жетон захвачен отрядом противника. Да, понятное дело. Понятное дело, отслеживайте. А что, это получается хорошо у вас? Отслеживать. Вот, теперь мне надо. Хер знает, что-то и кустики дрожат здесь, посмотри. Не, что-то не то с этой картой стало. Теперь мне надо вот сюда, вот в это длинное здание. Вы гоните, да? Я думал, они не заметили меня.
где-то здесь должна ставиться эта херня. Во. Я поставил. Наконец-то. Ну, теперь можно и мародера. А, вот мародер. Вот мародер. Вот мародер. Две плашечки теперь зато есть. МБПЛА. Череп. Не трынди там. Ящик есть у меня, ящик есть. А то я все расстрелял уже. Во, вот это мне не надо. Короче, мародера сделали. Я думаю, пора валить отсюда. Посмотреть, есть ли тут саморез и на выход. В принципе, что мы мародера сделали, сделали. Кощей не хочется идти, потому что это длинный ролик будет. Аптечка. Еще защита. Еще защита. О, вот это я искал. И вот это искал. Все, в принципе, здесь все обыскал. Так, у нас, в принципе, все тихо. Кроме ботов. Так, что там? Почти не показывается эта херня, понимаешь? Плашечку бы взять, а? Ребят, плашечек, о, плашечка. А так как я сам 5 секунд... Ставь плашечки. И а-ля улюлю, никого ждать не надо. Вот, смотри, и мародера сделали, и подводные лодки сделали, и поставили все эти штучки. И нормально, в принципе, можно сказать, выжили. И золотой череп еще вынесли, потому что их надо выносить по квесту. Взяли саморез и... Грубо говоря, проверили второй слот, но я на машине провалился просто под землю. Она стала беззвучной, как электро. Ну что ж, ребята, вот такие вот квесты сделали, смотри. А осталось совсем немножко. Найти вышку БПЛА, это мы сделаем. И найти документы спецназа в блоке Альфа-кластер комплекса Кощей. Вот, я помню, там были какие-то документы, но... Именно в этом блоке надо поискать их. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.